З понеділка у московському ФОЦі розгорнулися недитячі баталії. У вівторок близько 15:00 біля ФОКу почали збиратися представники сторін конфлікту. Саме в цей час мало б відбутися тренування для восьмирічок. Розпочалося воно за розкладом, та в результаті того, що ФОК наповнили сторонні особи, 16 малих спортсменів стали фактично заручниками конфлікту. Через гвалт та нецензурну лайку заняття довелося припинити. Маємо коментарі учасників та очевидців конфлікту. Та надаємо все без особистої оцінки, аби кожен особисто зміг зробити свої висновки. Ми хотіли вчора провести тренування. От ми, прежде чим проводити тренування, зареєстрували спортивний клуб «Омега». После чего мы сделали запрос в УФКСТ для того, чтобы определить время, на которое нам можно будет ходить, заниматься. Ну, многие скажут, что это было по факту предоставлено, но тем не менее мы согласовали время с 15:00 до 17:00 проводить занятия с маленькими детьми города Славутича. С кем вы погоджували з УФКСТ? Ми погоджували з УФКСТ, да, це ж балансоутримувач цих об'єктів. Я вважаю, що ця організація дає згоду на те, щоб тренуватися чи не тренуватися. Відповідно до норм, які наразі існують в умовах карантину, чи могла та кількість ваших учнів знаходитися на той момент у фізкультурно-оздоровчому комплексі? Давайте так скажемо. Я думаю, что надо вообще провести полное, так сказать, расследование, да, назовем это, сколько, какое количество должно быть по нормативам присутствовать детей, потому что на данный момент пока неизвестно. Мне сказали ориентировочную цифру, это 30 человек на 3 татами, на такую площадь где-то будет этого достаточно. Ну, недостаточно, это норматив такой. По факту, проанализировав ситуацию и... Когда мы делали запрос в УФКСТ, нам предоставили данные, что порядка 10 человек каждый день тренируется. Ну, то есть, можно сказать, 30% загруженность была ФОКа. Когда мы пришли со своим клубом, мы, в принципе, даже в ДЮСШ-то в школу не влазили. Нам школа никакого отношения к нам не имеет. Мы занимали свободные площадя, которые позволены. Мы арендовали эти площадя, и мы провели благополучную тренировку вчера. З боку кого відносно вас були якісь претензії, конфлікт якийсь, можливо, спровокований кимось? Я не знаю, чому общество так критично відреагувало. На самом деле мы пришли с доброй волей, мы дали возможность славутичским детям тренироваться бесплатно, потому что я наслышан, что такая ситуация, вот приходят, допустим, дети, хотят записать своего ребенка в детско-юношескую спортивную школу, и они получают ответ, что мест нету, вы только можете, допустим, зайти под клубом. Да? А в чем разница, допустим, ихнего клуба от нашего клуба? Они, значит, имеют право, клуб А, там я имею в виду, они имеют право тренировать своих детей, а мы не имеем права тренировать своих детей под своим клубом. Ну, пока непонятно, на самом деле, почему так происходит. То, что нас сейчас не пускают, это беспредел. На самом деле... Вчера была резолюция директора КПО ФКСТ о том, что нас сюда можно запускать на нашем письме. Возьми, пожалуйста. На нашем письме, которое мы, кстати, мы не спрашивали, можно, нельзя. Мы просто подошли в порядке нормальном, дали пояснение, что мы будем присутствовать в количестве таком-то. Ну, вот у нас будут дети. Гарантируем оплату и соблюдение норм противоэпидемичных. Нам вчера, мы, кстати, вот вы спрашивали Виктора Михайловича по поводу того, что мы пытались ли договориться. Да, мы накануне вчера были у Ирины Николаевны Жемы, и мы договорились с ней. Заходим, тренируемся, не мешаем друг другу, отлично. Вчера прошла тренировка, никто друг другу не мешал. Занимались дети, если мне не изменяет память, вчера там человек, наверное... 16 у них было, не больше, и наших 6 человек. Мы поделили татами, каждый занимался. К примеру, опять же, вот этот олимпиец есть у нас, да, я сегодня уже говорила утром в своих комментариях. В олимпийце тренируются две группы по футболу одновременно, и нет никаких проблем. То есть люди умещаются. Возможность того, чтобы нам тут тренироваться, перекрывает личные нежелания Копылова Олега Геннадьевича
Валентина Олеговича, Щедракова Юлии в том, чтобы мы просто физически находились в этом ФОКе. Это результат вот этого конфликта, который у нас назрел с... Ну, я не помню, когда мы там с ними уже разбежались. Потому что, да, наши пути разошлись. Мы разошлись на том, что создавайте свой клуб, тренируйте. Мы создали свой клуб, пришли тренировать, нас не пускают. Татами, которое лежит, оно принадлежит городу. Они этого понять не могут. Они считают, что это принадлежит конкретно Олегу Геннадьевичу, Валентину Олеговичу и секции дзюдо Дю США. То есть это их время, это их зал. Сколько раз я уже слышала, что мы его построили, мы его поднимали, мы то, мы это. Но они это делали за счет денег города, за счет тех налогов, которые мы платим и которые платят родители тех детей, которые хотят тренироваться. Поэтому проблема здесь с тем, что когда была резолюция, что нас можно пустить, мы приехали. Здесь очень сильно начал протестовать Олег Геннадьевич, протестовал, и, значит, Валентин Олегович, они тут стояли вдвоем, сказали, мы вас сюда не пустим. Причина, ну, подерутся дети, дети не подрались по факту. Нам предложили вариант, значит, вы, ребята, вы сейчас потренируетесь, а завтра мы вам дадим другое помещение, переместим татами вам и занимайтесь. Мы разошлись на доброй ноте, хорошо, хорошо, но сегодня... В связи с тем, что, я не знаю, или это на Фейсбуке было раздуто, или с чем это связано, не знаю, но со слов, опять же, так работников УФКСТ, Фомичев позвонил руководству УФКСТ и заставил людей просто написать другую резолюцию, что они отказывают, потому что время занято школой и так далее. Если вы сейчас зайдете в зал и посмотрите, там реально есть место, еще вот для четверых вон бегают дети, их четверо, они хотят заниматься, они хотят тоже тренироваться, но им не дают, потому что говорят, что для них нет места. То есть, если мои дети сейчас де-факто, да, пойдут, запишутся в школу, то для них там место найдется, их возьмут, и там им будет место на татами. А если чтобы мы пришли их тренировать, то там им места уже не будет. То есть там нету места ни тем детям, которые приходят к нам тренироваться, фактически нам вот тренерам не дают туда зайти. Хорошо, инструкторам, потому что я знаю, будут закидывать помидорами, что я себя тренером называю. Инструкторам не дадут, не дают зайти в зал. Ну, собственно говоря, если какие вопросы задавать, я отвечу. Я сегодня, цель это зайти и потренировать дітей. Я отсюда не уйду, пока діти не зайдуть і не потренуються. Також заговорили інструктори-тренери. Анастасія Токмачова якби зауважила, що якщо діти навчаються у спортивній школі, то тренери несуть за них відповідальність. Чи будете ви нести відповідальність за дітей в разі, якщо вони отримують якусь травму? Чи буде підписуватися якийсь договір, наприклад? У нас всі діти, які будуть членами клуба, которые будут у нас тренироваться, они будут, естественно, писать заявление о вступлении в клуб, и, естественно, мы будем нести за них ответственность. Они будут также страховаться, как и дети, которые страхуются в детской юношеской спортивной школе. Я скажу больше. Были травмы, вот когда я финансировала клуб, были травмы тогда, и кто нес ответственность? Я вам расскажу, кто нес ответственность. Никто не нес никакой ответственности. Мальчик сломал руку, тренера не было, была Кристина, она еще тренером не работала, то есть дети просто тренировались. Для того, чтобы ситуация никуда не всплыла, я просто заплатила за операцию, отдала деньги из своего кошелька, чтобы эта ситуация не раздувалась, потому что тогда бы тренер, который на тот момент должен был быть на тренировке, его не было, и он бы подставил свою голову. Но для того, чтобы ситуация не всплывала, я за это платила деньги. Но почему-то об этом очень быстро забывают люди, которым делаешь добро. И они потом приходят и говорят, что для вас нет места. Вот и все. Вы, значит, мы кто? Значит, мы не те люди, которые достойны в этот ФОК ходить? Или я не житель этого города? Или вот эти дети маленькие чем-то провинились перед кем-то? Зайдите в зал и вы посмотрите. Там 4 ребенка еще спокойно вместятся. Вот. Я думаю, давайте пройдемо вже до залу, так? Давайте і побачимо. Зал, так,
препятствовать тому, чтобы у нас в городе кто-то занимался спортом, никто не будет. Но еще раз повторяю, что я считаю, что приоритетом должна быть детско-юношеская спортивная школа, так как это официальный орган, который находится в структуре выконавших органов Калужской мисской рады. И никаких других приоритетов у нас не может в принципе быть. Вчера мне говорили, я вчера была в УФКСТ, мне сказали, что приходите, будем тренироваться. Даже есть резолюция, можете посмотреть. УФКСТ, дайте, пожалуйста, нормальную информацию тем, кто хочет арендовать помещение, какое свободное время, да. Для того, чтобы они могли рассчитывать свои силы на это и на это свободное время. Они заходят нормально под аренду, если нужна льготная аренда, потому что я понимаю, что спорт это не прибыльно или что-то, выносите на сессию, я думаю, что депутаты с удовольствием поддержат льготную аренду для того, чтобы у нас в городе кто-то занимался спортом, я в этом тоже не вижу никакой проблемы. Вот, видите, стоит человек, не пускает, Ну, им дали указания сверху. И детей не... Давайте попробуем их сейчас, чтобы это заснять, да? Почему нас не пускают? Да вас не пускают. Общественные организации. Я заплатил. Мне все равно, что общественные организации. Я тебе мешаю. И ты тоже таким город. Я тебе мешаю. Ты мне нет лично. Так я хочу заниматься. А переговки, которые здесь. Да ты же его приходите. Ну и что? Так я заплатил. После 7 часов. В каких 7 часов? На каком основании? Какой коммерческий время? У меня вопрос. Какой коммерческий время? Да подождите, не кричите. Так у меня проблема с этим мужчиной. Потому что все боятся что не пускают. Это работники, они... Не могу. Им пришло руководство, руководитель стоит на улице, и он... Человек говорит, что он заплатил деньги. Обратите внимание на то, что татами пустое. Да где оно пустое? Сегодня, чтобы увели детей, чтобы они не смотрели вот это все. Да, потому что родители уже боятся их сюда приводить. Ладно, скажите, по нормативам, сколько у вас человек должен заниматься? Вы меня пугали. Послушайте, да, пока взрослые разбираются, детям здесь нечего делать. Давайте. Если вы не педагог, вы не можете. Давайте выйдем, во-первых, на улицу. Давайте для начала покинем помещение. Вот, выйдем туда и там и дадим детям возможность тренироваться. Я не покину помещение, я не согласен. Вот дети тренируются. Потому что вы все хотите, чтобы мы покинули помещение. Мы помещение не покинем. Почему? Потому что. Но дети тренируются. Я заплатил за сегодняшние занятия. У меня тоже есть дети, и они заплатили. Тань, еще раз я говорю, вот услышьте меня. Я предлагаю свести все... Нам вчера предлагали свести ну, все. Ну да, я до конца договорю, а потом будем входить в конфликт. Я предлагаю все для того, чтобы вам на вполне официальных засадах тут заниматься, подписать договор аренды нормально. Я сказал, что если вдруг необходима какая-то помощь или вынести на сессию льготную аренду для того, чтобы наши дети меньше платили, те, которые будут у вас заниматься, не вопрос. Но нужно все свести исключительно к арендным отношениям. Как только у вас будет на руках договор аренды, никто не сможет вас попрекнуть тем, что вы тут занимаетесь. Но только через договор аренды. Зачем мне договор аренды? Это коммунальное майно. Я заплатил. Я хочу сейчас заниматься. Да это коммунальное майно. Ну что? Ну так оно сейчас занято. Ну я город. Детско-спортивной школой. Вы не можете зайти. Сюда можете зайти только под руководством тренера. Под чьим руководством? Где это? Что вообще это написано? Он отвечает за это. Кто? Он не мой тренер. За школу пусть он отвечает. Мы ее не трогаем. Вы на каком основании тут будете? А ты тут на каком основании? Плачу деньги, да. У меня абонемент. У меня абонемент. Представьте, сейчас покажу, у меня тоже заплачена квитанция. Нет, у меня абонемент. Абонемент, в котором обозначено, когда я хожу. Так вот, ты абонемент получаешь, когда ты платишь деньги. Смотри, с таким же успехом. Но сейчас нет абонементной системы. Мы тоже детей привели, заплатили. В чем проблема? Они
не заключат с нами договор. Они дали абонемент во время работы детской спортивной школы. Мы вчера пришли и нам не дали, потому что мы... Дети занимаются долгом. Все нас хотят, чтобы мы покинули. Мы ничего покидать не будем. Послушай, нам вчера сказали погоджено, а сегодня сказали... Проблема в том, что нас дурят постоянно. Вот в чем проблема. Какой договор? Где у ФКСТ? Вы договор можете заключить? Не буду я с ним договор заключать. Меня вчера обманул. Что вы за деньги уцепились? Что вы нас отправляете опять? Давайте выйдем, давайте пойдем, давайте деньги вернем. Что такое удобное время? Что такое удобное время? Для кого удобное? Для кого? Для кого удобное? Для вас лично удобное? Не для меня, для детей детской спортивной школы. Вот у нас есть дети, которым это время удобно. В чем проблема? Почему? На каких основаниях нас не пускают тренироваться? Сейчас. Значит, ну, примерно ситуация складывается таким образом, что отчасти не отрицаем и свою вину в том плане, что в связи с тем, что мы не могли отказать гражданам, была попытка такая уплотнить занятия спортивной школы и пустить параллельно еще и сторонний клуб. Значит, ну, к великому сожалению, обе стороны не нашли поразумения, то есть ни одни, ни другие уступать друг другу не хотят, и вот пытаемся. То есть на данный час мы прилагаем усилия для того, чтобы обеспечить все-таки занятия и тем, и другим. Ну, по спортшколе никаких ограничений нет и быть не может, значит. А по, скажем, вновь прибывшим посетителям рассматриваем возможность предоставить другое здание или найти время для того, чтобы предоставить. Дело в том, что у нас ФОК утром не догруженный. Но в связи с тем, что идет учебный процесс, и дети не могут покидать школу, значит, происходит накладка по времени. Значит. Ну, на сегодняшний день, еще раз повторюсь, что занимаемся корректировкой этой ситуации, значит, в связи с выникшей ситуации мы вынуждены будем вернуть, вернее, уже вернули на сегодняшний, на данный момент вернули оплату вновь прибывшей группе. Значит, вынуждены будем принести свои извинения за не предоставление, скажем, нормальной качественной услуги. Ну и в дальнейшем будем, думаю, более аккуратными. Просто меня удивляет просто ваш. Мы заклад освіти, который обеспечивается міським бюджетом, фінансується. А вони фінансуються міським бюджетом тому, що вони обслуговують спортивну школу. Ви розумієте це чи ні? Ні. Слушайте, УФКСТ не финансируется с местного бюджета. Финансируется. Они платят зарплаты, коммуналка полностью погашается. Что вы рассказываете? Полностью финансируется из местного бюджета. Полностью. По их запытам. Володя, проверяйте это, пожалуйста. Послушайте, еще раз. Бюджет города в конечном итоге платит, мы каждый житель платим на содержание ДЮСШ, да, и на содержание УФКСТ. Да. Вибачте, ви є представником поліції, так? Ну, ви ж можете сказати, яка зі сторін вас викликала, власне, на цю... Ні, там викликали он, наряд, який був. Ви воровали деньги, которые мы давали в клуб. Вы воровали деньги. Никто деньги, которые мы вкладывали, вы украли. Не ври. Не вру. Ты врешь. Это твои деньги или мои? Откровенно. Твои или мои? Откровенно. Которые мы давали. Это твои или мои? Вот так вот следующие клубы подумают. Скажи мне, это твои? Чтобы их спонсировали кого-нибудь. Я спонсор был. Я лично. Я тебе деньги не получал. Я получал. От кого ты получал? Татьяна Михайловна, хорошо. Ты деньги получал? Получал. Где деньги? Да не потрачены были. На что? Так вы спонсоры. Вы я на соревнования, я на форму. На соревнования, на форму потрачены. Соревнования. И? Вы что и? Вы где деньги? Соревнования. Какие деньги? Так взносы за соревнования. Взносы за соревнования. Вы провели соревнования. Какие у вас, взносы за соревнования? У вас дети потрачены взвешиваются. На медали. На которые я клуба, купила, которые я купила, да, медали. Вы провели соревнования, вы провели соревнования, да. Вы собрали с детей деньги, за каждого человека взвесили. И что? И где эти деньги? Мы заплатили. На развитие клуба ушли. На развитие клуба. В карман Юлии хватит. Да. Да. Деньги были потрачены на клуб, да, на развитие. Пока не началось переоформление документов. А потом вы решили захватить клуб, а я сказал нет. Я не знаю, Андрей, спроси у себя. Посмотри на себя в зеркало и спроси.
Зачем, Андрей, я это делал? Поэтому мы и разошлись. Я захлащиваю клуб, в который я постоянно вкидываю деньги, из которого с одной стороны деньги заходят, с другой выходят. Меня убрали с президента, поставили Витю. Тебя там вице-президентом поставили. Я не знаю, зачем тогда. Спонсор, он или помогает, или нет. Нет. Спонсор – это тот человек, который зарабатывает деньги. Давай мы об этом потом поспорим. Мы это спорить не будем. Спонсор – это тот человек, который зарабатывает деньги, вкладывает и хочет, чтобы организм работал самостоятельно. Но организм самостоятельно работать не будет, потому что у него есть дырка, и из этой дырки текут деньги. Вот почему это не сработало, Олег Геннадьевич. Я в течение прийти сегодня 30 детей, а пришло 20. Вы меня почему? Не слышите. Потому что 10 человек могут вы болеть. Вы меня не слышите, я 3 месяца это проводила, и вне карантинных условий. Подождите, и вне карантинных. Можно журнал, пожалуйста? Я сейчас не могу вам сказать, кто посещал, кто не посещал. Да. Действительно, все отмечает тренер, отмечает у нас администрация ФОКа, все ведет в журнале, сколько человек посещает. Но еще есть списки детей группы, которые... Я в списке не верю, я знаю, как эти списки. Но... У нас есть... Вон, посмотрите. Вот, смотрите, вот берем просто страницу от балды, с 3 до 5. Считаем отделение дзюдо 22, 24, 12. 22 плюс 24 плюс 12, сколько будет? Считаем. То же самое. Дальше смотрим. Где-то дети болеют. Никто не спорит. 11, 18, 8, 16. Считаем параллельно, сразу, чтобы не отходить от кассы. За месяц, пожалуйста, каждый 2109 детей. Вопросы какие могут быть? Не надо рассказывать какие-то с потолка цифры. Есть цифры, записаны, зафиксированы. КПУ, ФКСТ, это не мой журнал, это их журнал. Ну, если честно, в первую очередь больше всего жалко детей, потому что они все это наблюдают. Просто какие-то непонятные, лично для меня непонятные действия со стороны этой организации. Просто пришли, мы будем заниматься и все. То есть ни указ, ни письмо, которое они направили, было відхилено директором КПУ ФКСТ. По решению мэра, мэр тоже принял решение не пускать никого на время спортивной школы. Ничего не действует. Главный полицейский стоит, человек бегает, кричит на всех, оскорбляет. Я не знаю, но очень неприятно. Я не знаю, как работать. Ну, как мы можем работать дальше? На данный момент тренировки остановлены. Що стосується коштів, які свого часу надавала Тетяна Кіпкало, її сім'я, її чоловік, як спонсорські, на той момент у вас була якась домовленість про звітність, куди були спрямовані ці кошти? От коротко. Ні, ніяких договоренностей об отчетах не було. Они сами подошли к президенту клуба, это Олег Геннадьевич, предложили свои услуги, он причем долго отказывался. Они достаточно хорошо так настаивали, все-таки уговорили его. И давали деньги, да, на спонсорскую помощь, на поездки, на командировки, оплачивали автобусы для детей. Купили форму, насколько помню, несколько турниров мы провели с их помощью. В свою очередь, естественно, по договоренности мы на каждом кимоно у ребенка была эмблема этой организации, везде была реклама, естественно, Facebook и все остальное. Дальше люди просто захотели завладеть клубом, обманным путем взяли документы у моего отца, он у меня немного наивный всегда был, думаю, что люди, которые его знают, подтвердят. И втихую начали переоформлять документы на себя, сделав президентом Виктора Ерохова, депутата нынче. Вот, на что мы с Юлей узнали всю эту информацию, отреагировали, поговорили с отцом. И отец сказал, конечно, нет, я никакого добра на это не давал. Мы пришли на встречу, сказали, что ничего у вас не получится, мы не дадим просто забрать клуб у отца. Клуб, который функционировал 30 лет, который отец сам создал. И я думаю, что про заслуги этого клуба и моего папы знают все. Я очень горд, что у меня такой отец. Ну, после этого вот начались какие-то проблемы с этой организацией постоянные. Они просто нас преследуют, не дают спокойно работать, не дают нормально вообще существовать, скажем так.
сейчас они просто вломились, грубо говоря, в наш зал на наше время, которое арендует КДЮ США. И, ну, как мы уже слышали, цитата: «Я лягу тут костями, но не уйду». Вот это называется коммунальное имущество. Так. Оно принадлежит громаде. Так. То есть оно находится на балансе коммунального предприятия, которое находится в структуре выконавчих органов власти. Угу. Согласен. Любые нахождения на территории вот этого объекта у нас может быть только по двум путям. Первое – это арендные отношения. И второе – это в составе школы детско-юношеской, которая тут занимается, дети могут заниматься. А третье? Если я тебе… Две. Если вдруг, вот сейчас, к примеру, да, я спотыкнусь и упаду здесь, ну, подверну ногу, сломаю там или еще что-нибудь, или произойдет драка какая-то, или еще что-то. Это вполне реально. Отвечать за это будет вот та вот женщина, которая является дежурной от балансодержателей. Это потому очень что, хорошо. Зря потому, что, потому, что, потому что она запускает сюда или не запускает людей. Просто прийти в коммунальный объект и сказать: я хочу тут заниматься прямо сейчас, так нельзя. Просто ну, нельзя. Я пришел сюда и заплатил деньги. Женщина эти деньги от меня приняла и говорит: мил человек, иди и занимайся. Я прихожу, тут стоишь ты. Давай ее спросим. Нет, если она тебе выписала на конкретное время какое-то... Да, конечно. Давай с нее... Так а почему меня не пускают? Так давай с нее спросим. Давай. Женщина, которая не пускает меня. А можно? А покажите, пожалуйста, что вы выписали человеку, который заплатил деньги? Да, подождите, стоп. Где документ, который об оплате? Вот у меня квитанция, вот я оплатила. Покажи на камеру, что ты оплатила. ГО, ВПСК, Омега, оплата. 2000 гривен. За что, читаем? Сплата за послуги споруд згідно рахунків за березень 21. А где рахунок за березень? Так, деньги на счет предприятия. Филиппов сказал, вам вернули все деньги. А на каком основании вы не приняли оплату? Не приняли оплату. Потому что у них это время занято, которое вы хотите. Но я хочу, есть я житель города, я хочу заниматься. Они, кстати, Татьяна, позашкільний заклад, согласно закону. Не писать, а читать научитесь сначала. Законы. Ну, вызывайте тогда полицию. Опять? Вот полиция. Да. Вызывайте полицию и пусть нас так, выгоняют стоп, отсюда. Покажи. Чтобы еще раз уточнить, когда вы оплачивали услугу, да, аренды зала, с кем, кому вы ее оплачивали предварительно, с кем вы имели разговор? Рассказываю, если вы не в курсе, то на сегодняшний день существует следующая процедура посещения ФОКа. Людей, которые не входят в состав школы спортивной. Это следующая процедура. Приходит человек, он хочет потренироваться, он берет бумажку, на которой написан расчетный счет. Я вам фотографию покажу, у меня есть. Он берет, значит, этот корешок, человек, и с этим корешком идет в банк. И он спрашивает, сколько стоят ваши условия? Они говорят, ну там 30 взрослые и 15 ребенок. Я говорю, хорошо, я прихожу в банк и считаю, например, я хочу отзаниматься там, ну сколько, месяц. У меня в месяц получается 10 занятий, это 300 гривен для взрослого. И я оплачиваю 300 гривен, беру квитанцию, прихожу сюда, показываю вот этой дежурной, она видит и выписывает мне на 10 занятий абонемент. Прихожу я в 8 часов, прихожу я в 9, в 10, неважно, в какое время я пришла, и здесь начинаем тренироваться. Здесь, в любом ФОКе. То есть для того, чтобы провести оплату, не нужно никаких там расписаний или еще чего-то. Я просто делаю оплату за услугу. А потом... Громко кричит. А потом приходим... Вот как вы занимались этим вопросом? Я вот уже себя не слышу даже. И потом мы приходим, да, и мы занимаемся. То есть здесь нет привязки к определенному времени. В конце концов, там в Белгородский приходишь в любое время. Да и здесь, собственно говоря, мы тоже приходили в любое время, тренировались. Вот я лично со своим мужем. Я собралась, приехала, пришла, вон там потренировалась на спортгородке. И никто меня не спрашивает, время это ДЮ США или не ДЮ США. Вот и все. Я, значит, только что Андрей Кипкало сказал мне, что я закончу свою жизнь в лесу. Я прошу правоохранительные органы отреагировать на это, потому что это уже перестает становиться смешным. Да. Не стоит человек и говорит, ты закончишь свою жизнь в лесу. Да это не смешно.
Полиция будет реагировать как-то? Реагируйте. Пишите заявление, что я такой-то, такой-то, что мне вы только такой-то, что... Да, что вы пишите. Такой-то, такой-то. Так, если... а что вы пиаритесь, как это самый, я... депутат на медиа? Еще раз. Он тебе прямо заявлял, Вить, что... Он, да, он мне он не прямо заявил. Он прямо заявил. Чего вы включили сейчас дурака? Ну, успокойтесь, если не умеет держать свой язык за зубами, успокойтесь. А вас чтобы ерунду не говорил. Вот стоите сейчас и защищаете. Вот что за хамское отношение пришли? К людям? За... Милиция как-то будет реагировать? Милиция вызывайте. Вот хотел писать заявление. Какие посторонние? Как ты меня посторонним называешь? Я тебе мешаю? Мешаю. Вы тоже нам мешаете? Как я тебе сейчас мешаю? Виявилося те, що УФК СТ, те, що УФК СТ вам повернуло кошти. Тепер, коли власне з вас на даний момент ну, не взято коштів, ви маєте право, от ви ж юрист, ви маєте право тут знаходитися? Сейчас я ще не отримала деньги на счет, мені ще смс не прийшла, поки що я не отримала підтвердження того, що мені деньги вернулись, да, имею. Во-первых, начнем с того, что абсолютно искусственно смоделированный конфликт, это, потому что ну, у нас есть детская юношеская спортивная школа. Она находится у нас в структуре выконавших органов власти. Мы не, то есть дети занимаются, они приходят туда, сюда заниматься. Дети, подчеркиваю, в детской юношеской спортивной школе. У нас есть процедура, по которой сюда могут войти сторонние лица, но они могут войти только, я акцентирую внимание, только на договорных условиях. Не может просто человек с улицы зайти и сказать, я сейчас хочу позаниматься, хочу сейчас там кого-то потренировать и все остальное. Я не против того, чтобы у нас спорт был доступен абсолютно всем, как и взрослым, и маленьким, и платным, и бесплатным, и ДЮСШ, и любым другим секциям. В этом ничего плохого нет, это наоборот классно. Но весь вопрос в том, что любые отношения должны быть только через договорные основы. Мы по-другому просто не можем, потому что если что-то случится в нашем помещении, в нашем здании, которое у нас на балансе фактически находится, то это, за это будет отвечать фактически тот, кто, у кого на балансе это помещение. А этот конфликт, он смоделирован просто на ровном месте. Мы хотим заниматься вот прямо здесь и прямо сейчас, вот за всю секунду, в то время, когда там занимаются маленькие дети. Я не вижу вообще причины конфликта, однако, то есть кому-то, кто-то хочет просто это самое показать, там, грубо говоря, там свое, я хочу здесь и сейчас. Кроме того, ну, извините, я как гражданин просто города возмущен тем, что с таким заявлением, что присутствии там кандидатов в мэры, депутатов Салужского городского совета, мне один из участников конфликта говорит, ты закончишь свою жизнь в лесу. Я тебя все равно достану, я тебя все... Ну, это о чем говорит? О том, что у нас, я вообще понять не могу, в последнее время вот это, знаете, такие воинствующие настроения, вот такие накрученные, да, они начинают меня пугать. То есть город Славутич — это тихий город, и я думаю, что, ну, жители города должны давать себе оценку, да, во многих вещах, да, и когда кто-то говорит в этом городе, что я тут буду устанавливать порядки такие, какие мне нужно, силовым путем, ну, тут жители города должны дать этому оценку, должны обязательно дать этому оценку правоохранительные органы, которые, в свою очередь, стоят в стороне. Я обращаю внимание, говорю, ну, увидите, что происходит. То есть милиция безучастна. То есть у нас или правовое государство, или давайте каждому за вилы лопаты хвататься, и будем только так решать конфликты и вопросы. Ничем не закончилось, вызвали полицию. Да, вот Ирина Жема вызвала полицию и сказала, что мы препятствуем, значит, проведению не то занятий, не то массовых мероприятий, что-то такое. Сейчас ждем наряд полиции, должны нас вывести отсюда в наручниках. Ждем. Мы тоже подождем. Сейчас еще. Можете ко мне зайти кто-нибудь? Давай я вам открою. Ага. Ну, типа я знаю. Написана заява в поліцію в зв'язку з тим, що був зірваний навчально-тренувальний процес спортивної школи відповідно до розкладу. Прийшлося дітей вивести із залу, тому що тут
були такі події, які я рахую як педагог, що не повинні діти бути присутніми при цьому. Тому була написана заява в поліцію для того, щоб вони притягли до відповідальності людей, які це зробили. От. Я рахую, що ще повинна надати пояснення директорка ПОФКСТ, тому що я рахую, що цей конфлікт відбувся за його допомогою, тому що працювали, все було нормально, чомусь зробили таку ситуацію. Відповідайте, будь ласка, на присутствие посторонніх в даному помещенні. Зараз приймаємо заяву людини, яка викликала поліцію. А почему наряд не зайшов, коли він приїхав? Наряд зайшов, я зайшов. Ви здесь присутствовали с самого начала. Да. Мы вызвали по 102 полицию. Да. Полиция даже не зашла. Да. Они постояли и уехали. Но вы не реагируете никак? Нет, не реагирую, я вообще заяву принимаю. Причем здесь заяву? Ну, а по 102 попросили вывести посторонних лиц с данного помещения. Полиция не отреагировала, даже не зашла. Что такое посторонние лица? Вот это можно узнать? Никаких осіб не просил по 102. Правильно? Так мы только что разговаривали по 102. Да, у меня есть повідомлення, яке надійшло по 102. Мы только что разговаривали по 102. Вы звертались на 102? Я зверталась. Я тут. Я никуда не хочу. Мне такое ощущение, что вы слышите ровно то, что вам выгодно. Вы розумієте зараз, что повинно тут быть? Тут повинно проходити навчально-тренувальне заняття спортивної школи. Нам прийшлося вивести дітей звідси і відмінити заняття. Хто має право це робити? Пані Тетяно, чи подали ви заяву, чи прийняли її? Так, подала, так, прийняли. Про що йшлося в заяві? Про те, щоб розібрались в даній ситуації, щоб вивчили документи, закони стосовно цієї ситуації. Прикрий інцидент, поки що це називає інцидентом, відбувся. І прикрість його навіть не в тому, що не знайшли спільної мови і не поділили час занять в ФОЦі, хоча там все дуже просто. Є заняття спортивної школи, їх не варто порушувати, є комерційний час, займайтесь комерційний час. Нема з цим проблем. Взагалі в нас нема проблем з інфраструктурою спортивною займатися, особливо для тих активних людей, які хочуть організувати щось, тим більше для дітей. Але не можна зловживати цим. Не можна зловживати своїм положенням депутата, помічника депутата. Я взагалі не розумію, як можна при дітях влаштувати те, що було там за останні декілька годин. Сподіваюсь, правоохоронні органи швидко розберуться в ситуації і наведуть порядок, щоб діти безпечно могли займатися спортом в наших спортивних закладах. Місць для всіх вистачає, але так не робиться. Дітьми зловживати не можна. Використовувати дітей в своїх розборках, ну припиніться. Зрозуміло, що спортсмени, борці, вони імпульсивні. Ну, сам спорт вимагає цього. Сам спорт вимагає того, щоб ти був такий заведений і відстоював свою точку зору. Але не можна цього робити при дітях, не можна робити в такому вигляді. Ну і порядок повинен навести керівник УФКСТ, який допустив взагалі такі речі. Цього просто не може бути. Є час спортивної школи, він визначений, люди тренуються, займаються, є секція, вона наповнена дітьми. Є бажаючі на клубній системі чи в іншому варіанті в комерційний час займатися, нема з цим проблем. Треба допомогти з матеріально-технічною базою, ми завжди йдемо на зустріч. Ми і татамі докуповували для секції дзюдо, докуповували татамі і купували взагалі повний комплект для секції карате, вона займається. В іншому залі, ще раз повторю, місць для всіх вистачить, часу для всіх вистачить. Припиніть влаштовувати розборки на дітях. Це головне. Пані Тетяна Кіпкало наголошує на тому, що вони зробили передоплату за абонементський час, і потім після вашої вказівки, нібито, або це правда, їм повернули кошти і відмовили у відвідуванні саме в цей час фізкультурно-оздоровчого комплексу. Ваш коментар. Щодо коштів, не знаю, хто їм повернув кошти чи не повернув. Щодо часу, так, я розмовляв з директором ФКСТ і наголошував на тому, що є час спортивної школи. Ми, як міська влада, як орган місцевого самоврядування, зобов'язані забезпечити матеріально-технічну базу для спортивної школи, яка в нас є. Іншої матеріально-технічної бази, окрім комунальних споруд, ФОКів, у нас не існує, ми її використовуємо. Це абсолютно логічно і законно. І порушувати процес навчання – це навчальний процес. Ніхто не має права, це протизаконні дії.
є вільний час в спортивному закладі, використовуйте його, заробляйте гроші. За цей час сплачують платники податку Славутич, батьки, які, діти, яких там займаються, і всі інші мешканці. Ми утримуємо спортивні споруди за рахунок місцевого бюджету. Це не є самодостатній орган, який може вказувати, який час вони використовують, який в них вільний. Тут ситуація навпаки. Є спортивна школа, це певний пріоритет, та й взагалі, ну діти займаються, в них цей час визначений роками. Щодня приходять, займаються в один і той самий час. І тут в один прекрасний момент щось змінюється, кажуть, тепер ви тут не займаєтесь, будуть займатися інші. Або хтось буде разом з вами приймати в цьому участь. Якщо ви домовились і у вас є спільні програми тренування, нема проблем. Але створювати конфлікт на дітях не можна. По суті проблеми. Мы вообще не против того, чтобы дети эти тренировались в московском ФОКе, на этом татами, но не во время учебного процесса спортивной школы. Во-первых, это на законодательном уровне невозможно, потому что мы такое же образовательное учреждение, как и обычные общеобразовательные школы. То есть у нас есть какой-то свой учебный процесс, который проходит. Вот вы можете, например, себе представить, что у вас ребенок сидит на математике в третьем классе, и к нему заходит еще учитель химии, например, с пятью пятиклассниками или девятиклассниками, садит их и говорит, знаете, у них седьмой урок, такое неудобное время, можно я сейчас тут параллельно с вами быстренько проведу урок? И все, мы не будем никому мешать. Мы тут рядом, у вас же есть свободные парты, мы присядем. Но согласитесь, что это невозможно, это раз. Во-вторых, за каждого ребенка на тренировке мы лично, тренера, несем ответственность. Я не знаю, какой план тренировок у этой второй группы, что они будут делать, кувыркаться, в мяч играть или еще что-то. Не дай бог этот мяч попадет в голову какому-нибудь ребенку, я несу за это ответственность лично. Следующий момент. Татьяна утверждает, что посещение спортивной аренды, спортивная школа ничего не платит, дети ходят сюда бесплатно. Это неверно. Она либо это сознательно обманывает, да, общественность, либо она не знает и не изучила вопрос. Городской бюджет погашает полностью все растраты КП ФКСТ, которые относятся к спортивной школе. То есть это там аренда, коммунальные услуги, даже зарплаты им платит городской бюджет. Это прописано у них, этот приоритет спортивной школы, у них прописан отдельным пунктом в их статуте. То есть каждый ребенок, который входит сюда, в спортивную школу, за него его родители в виде налогов уже заплатили за вход. Это очень важно. Это не бесплатно, как это красиво рисует Татьяна Кипкала. Причем да. Хочется заметить, извини, Юля, что я тебя перебил, хочется заметить, что КП ФКСТ покрывает коммунальные платежи не только за время спортивной школы, а вообще за все время спортсооружения. То есть и коммерческое время тоже покрывает городской бюджет. То есть все растраты, абсолютно все, не только спортивную школу, покрывает городской бюджет этому предприятию. Дальше. Только благодаря тому, что они якобы бесплатно обслуживают спортивную школу. Есть время свободное, не занятое, с 8 утра до 14.00, с 19.00 до 21.00. Также есть суббота и также есть воскресенье. Целые дни приходите, занимайтесь, никто никому не препятствует. Но Татьяна и Виктор принципиально, это их принципиальная позиция, они хотят заниматься только в это время и только в этом зале. Вчера депутаты им предлагали уже такие варианты, знаете, супер, я считаю, великолепные, что для них отдельно снимут помещение, город, купят им новое татами, постелят в отдельном помещении, приходите, занимайтесь. Но нет, они хотят только в это помещение и только в это время. Все остальные варианты их не устраивают, они им не подходят. Это, видимо, говорит о том, что у них есть какой-то собственный план действий для того, чтобы просто, мое личное мнение, отжать, извините за такое слово, у спортивной школы и у города и зал, и татами, и детей, которые сюда ходят, просто как бы лишить нас нормального качественного спорта детского вообще. Причем мне бы хотелось заметить, лично до меня дошла информация, даже не помню, передал я эту информацию своим коллегам, что для них они сами делают себе спортивный зал в
Славянке. И оттуда поступила информация, что зал уже почти готов, и они ищут татами. То есть, хочу подчеркнуть, информация не подтвержденная, то есть на 100%, но такая информация до меня дошла. От людей, которые планируют заниматься в этом зале. То есть, как-то вот так. После этой информации вот это случилось, то, что сейчас случилось, и я не могу это не связывать. Я просто хочу еще обратить внимание вообще жителей города на то, что тут дело не конкретно в дзюдо. Тут дело в том, что эта ситуация может повториться в любом спортивном сооружении любого вида спорта, если того пожелает чита Кипкала. Например, сегодня у них игровой день. Они захотят поиграть в футбол. Они зайдут в Олимпиец, скажут отделению футбола, пододвинулись-ка, мы здесь будем сейчас играть в футбол, потому что мы заплатили. А в пятницу у них день восстановления, восстановительные процедуры. Они точно так же зайдут в бассейн, скажут всем выйти с дорожек спортсменам спортивной школы, потому что они заплатили, и зайдут туда и будут плавать. То есть, как бы я хочу, чтобы каждый наш словучанин отдавал себе отчет в том, что есть какие-то законодательные нормы, прописанные правила, и которым нужно следовать. А не просто вот так вот мы захотели, мы заплатили, вы нас должны обслужить. То есть есть определенное время, которое занято, и есть время, которое свободно. Вот так. Время, которое сейчас арендуется спортивной школой, оно так и называется. Время арендуется спортивной школой. Это аренда. Не может аренда делаться два раза. Не могут сдавать помещение люди в аренду два раза в одно и то же время. Двум разным людям или двум разным общественным организациям. Да? Но это бред сумасшедшего, это ошибка полнейшая. Я считаю, я вчера лично в глаза сказал это директору КПФ КСТ, и сейчас говорю это на камеру для всех, что лично мое мнение, что это ошибка директора КПФ КСТ, который позволил этому конфликту здесь разгореться. Мы можем предполагать, почему так случилось, почему директор допустил такую ошибку, чем он был мотивирован там, и все остальное. Но это пока наше предположение. То есть мы знаем, что там у Татьяны Кипкала очень хорошие отношения с юристкой КПФ КСТ, с замом директора КПФ КСТ. Они все состоят в одной партии. И именно эти люди в первый день пришли к нам вот сюда вот нахрапом зайти и завести этих людей в зал. Вчера заместитель директора КПФ КСТ первым пришел, как только увидел сложившуюся ситуацию, ажиотаж, он просто собрался и убежал. Я считаю, это для мужчины недостойный поступок. Я не уважаю такого человека. Сам поднял бучу и сам убежал. Поднял бучу и сам убежал. Просто поджал хвостик и убежал. Я не уважаю такого человека, официально ему заявляю, не буду жать ему руку отныне никогда. Просто оставив девчонок, женщин, да, которые работают здесь в администрации, все это разгребать самостоятельно, которые сидели просто в шоке. Их зашел какой-то человек в непонятной кепке и начал тут покрывать всех матами, всем угрожать, кого-то в лес вывезу, кого-то трактор переедет. Зам директора КПФ КСТ, который все это заварил, просто убежал. Это недостойно. Недостойный поступок мужчин. Еще хотелось бы тоже опровергнуть информацию Татьяны и Виктора, которые вчера давали интервью и красиво рассказывали, что у нас занимается в это время 10 человек. Значит, существует такой документ. Это журнал. И причем это журнал там не спортивной школы, не тренерский. Это журнал именно КПУФ и КСТ, где их сотрудники записывают каждую тренировку, количество людей, которые приходят заниматься на татами. Вот. Как бы, чтобы не там быть голословными, вы вчера снимали, да, этот момент, когда я достала его просто, и мы начали его считать, сейчас я его фотографировала, скрины показать. Мы можем просто вместе сесть и посчитать. Там далеко не 10 человек. То есть, как бы, меня просто вот возмущает, что люди вот берут какую-то цифру из головы, какую им удобно сейчас сказать, и вот так вот ее разбрасываются. Как бы это абсолютно неправда, они это сознательно делают, потому что есть журнал, есть документ, который это опровергает целиком и полностью. Также хочется сказать, когда они говорят, что у нас какая-то там ненаполненность групп,
читайте, ребята, закон. Есть нормативная база, нормативно-правовые документы Министерства молодежи и спорта, в которых описаны нормативы по посещаемости групп для каждого вида спорта. Они разные. Например, начальная подготовка в группе может быть 12 человек, в группе базовой подготовки их уже 8, в группе специальной подготовки это уже может быть, например, по тяжелой атлетике, если мне не изменяет память, это может быть вообще один человек. То есть существует нормативно-правовая база, законная, Министерство молодежи и спорта, которое это четко описывает. За последние полгода спортивную школу проверили 3 раза. Последний раз это было неделю назад. Швец Наталья Петровна вызвала Ирину Николаевну, Лиду Николаевну, Шанину. Они все вместе сидели. И по каждой группе, каждого вида спорта они прошлись, все перепроверили. И Наталья Петровна успокоилась, спокойно душой сказала, что все нормально, все хорошо. Также эти группы, списки групп, утверждаются 1 сентября Киевской областной администрацией. То есть мы не можем нарисовать тут из головы что-то, и нам за это что-то платятся деньги, а у нас тут ненаполненные группы. То есть это абсолютная неправда в очередной раз. Вот. И еще раз хотелось бы сказать, что очень обидно лично мне, и особенно за тренеров уже с таким стажем, как Олег Геннадьевич, Юрий Петрович Каленский, Савельев Владимир Константинович, которые очень много лет уже отдали работе тренерской, что вот просто тренера, профессию тренера смешивают просто с грязью. Такое ощущение, что мы просто с улицы люди пришли, и тут ну, что-то пытаются кому-то доказать. Для того, чтобы работать тренером, нужно получить высшее специальное образование. Это не какие-то курсы, это не что-то там, знаете, такое простое, это высшее специальное образование. Вы должны выучить, получить там знания по физиологии, по методике преподавания, по психологии, по спортивной медицине. Это можно бесконечно продолжать, понимаете? И после этого только вы можете работать с детьми для того, чтобы не нанося им травм, довести их до определенного спортивного уровня. Мастер спорта, Татьяна, это просто спортивное звание. Мастер спорта не может тренировать детей, это не дает ему права тренировать детей. У Олега Геннадьевича 50 мастеров спорта. Если каждый придет на ФОК и скажет, я тут мастер спорта, я буду тренировать сейчас вместе с вами на этом татами, то, извините, это будет полнейший бардак. Комментарий у меня один. То есть я разговаривал не один раз с Юрием Кирилловичем на эту тему. Подход и у администрации города, я так уже понял, что и у начальника КПО ФКСТ, то есть подход один. Во время времени, когда занимается спортивная школа КДЮ США, никакие другие общественные организации или еще кто-либо не имеет права находиться на татами или на территории бокса. Спортивного сооружения вообще. Да. Мы даже родителей не пускаем, потому что они мешают тренировочному процессу. Это раз. Второе. Если вы решили организовать спортивный клуб, послушайте, ну должен быть какая-то последовательность. Сначала надо найти помещение, сначала надо открыть клуб, зарегистрировать его, потом найти помещение. Это уже работа с администрацией города. Какое помещение они им предоставят? Разговоры должны быть. Вот. Нашли помещение, нашли татами затем. А потом набираются люди, которые будут на этом татами тренироваться. Тоже, чтобы жители города понимали, что происходит сейчас с нашим спортивным клубом и вот этой вот военной организацией, не побоюсь этого слова, нереально военная организация, доходит уже до того, что нас реально преследуют. Пишутся какие-то письма на Министерство спорта с откровенным бредом, пишутся на мэра письма. Мы провели турнир, причем турнир был проведен абсолютно весь за счет спортивного клуба «Атом». То есть мы не просили ничего у города вообще. Полностью обеспечили этот турнир, все награды, все призы, все-все-все.
и все равно на нас написали какую-то жалобу, опять же, с каким-то бредом, вот, откровенной неправдой, и это просто, я считаю, действительно преследование. Я уже не могу спокойно... Причем в лице одного человека. Да, в лице одного человека. Я уже честно начинаю переживать за свою семью, за своих детей. Я возвращаюсь домой поздно вечером с работы и оборачиваюсь по сторонам, потому что я реально уже опасаюсь за свою жизнь. Это не смешно. Мне не смешно. Думаю, что моим отцу и сестре тоже не смешно от этого. Я бы хотел, чтобы общественность немножко подумала насчет этого, потому что... И кому мы доверяем своих детей? Потому что, ну, в первую очередь, это может случиться с каждым. Я думаю, уже есть много людей, которым эта семья угрожала. Я даже знаю этих людей, которые мне об этом рассказывали лично. У которых были конфликты уже с половиной города. Мне кажется, надо немножко серьезнее к этому относиться. Вообще, поэтому... нужно среагировать на это, да и все. Как-то какие-то делать меры. Как-то вот так. Так пока и живем. И, в принципе, то, чего не добиваются, у них получается. Потому что цель какая? Чтобы мы занимались чем угодно, решением конфликтов, каких-то решением бумаг, проблем, отчетами. Нас уже проверяли все. У нас все в порядке. Они действительно добиваются того, что им надо. Нанимают, мы занимаемся... людей, которые за нами смотрят, что-то там на балконе снимают. Ну, вообще. Вот. И хочется заметить, что сейчас у нас была неделя подготовки детей к очень серьезному турниру в Киеве на призы Георгия Зантарая в новом зале Георгия Зантарая. Если кто-то не знает, да, понимаю, что не все дзюдоисты, не знаю, кто такой Георгий Зантарая, это легендарный человек, легендарный дзюдоист нашей страны, легендарный на уровне всего мира, у него 6 медалей с чемпионатов мира по дзюдо. Такого, ну, мало какие страны могут похвастаться таким результатом. Мы готовились на этот турнир, сейчас у нас нету, не было тренировки в понедельник, не было тренировки во вторник, сегодня мы не знаем, что произойдет, они вчера уходили и сказали до завтра, в субботу ехать. Недельный куда, цикл, куда мы поедем? Подготовительный пропал.